Приветствую вас на своем YouTube-канале Love Parfum. С вами Алексей, вы смотрите парфюмерный блог. Ну что ж, друзья, настало замечательное время года, зима, когда свершаются чудеса. В ближайшее время Новый год нас ждет, друзья, самый прекрасный праздник. Доставайте санки, лыжи, теплые вещи и, конечно же, теплые, сложные, удовые, возможно, кожаные ароматы, чтобы согреться. Настало время достать те ароматы. А кто-то, может быть, достанет какие-нибудь холодные ароматы и будет с удовольствием им пользоваться, потому что многие зимой любят холодные ароматы. Не запрещаю, поэтому если вам нравятся холодные ароматы, с удовольствием пользуйтесь. Я хотел видео вообще записать из дома, но пользуюсь хорошей погодой. Сегодня у нас 0 градусов, это очень круто. Решил выйти на улицу, снять вот вам приветствие и отправиться в парфюмерный магазин для того, чтобы снять вам топ-10 мужских ароматов на зиму. До этого, друзья, кстати, я снимал уже подобную рубрику, поэтому, если вам интересно, вы можете найти в плейлистах топ-10 на зиму, либо вот здесь вот будет всплывать ссылочка, либо в конце видео я добавлю видео, там топ-10 мужских ароматов на зиму и топ-10 женских ароматов на зиму. Кстати, эти видео, друзья, набрали больше всего просмотров на моем YouTube-канале, поэтому, чтобы это видео тоже набрало много просмотров, помогите мне в этом, поставьте видео сходу лайк, подпишитесь на канал, если вдруг на него не подписаны, конечно же, бейте в колокол, пишите абсолютно любые комментарии и, конечно же, не забывайте делиться видео с друзьями. Также, друзья, это мое мнение, топ-10 ароматов на зиму. Их на самом деле очень много, и хочется про много ароматов рассказать, но выбрал вот я именно эти на эту зиму. На следующую, может быть, что-то другое запишу, поэтому не судите меня строго. Пишите лучше в комментариях, что у вас на зиму есть и какие, по вашему мнению, ароматы отлично подойдут на эту зиму 2021-2022. Ну что ж, погнали в магазин. Первый аромат, который хочу вам прокинуть на зиму, это, конечно же, всеми известный Diorum Intense, версия уже, конечно, 2020, немножко переделанная, немножко переделан сам дизайн флакона, но, тем не менее, аромат остается таким же интересным, красивым. Если у кого-то есть возможность купить старую версию, покупайте лучше старую версию. Он у нас в концентрации парфюмерная вода представлен аромат, выявлен 50 мл и 100 миллилитров. Пудровый, древесный, строгий, роскошный, с нотами лаванды, ириса, амбреты, вирджинского кедра, витивера. Стойкость, друзья, 5-6 часов. Очень красивая работа. Если вы вдруг с ней не знакомы, с этим ароматом, да, с этой работой, то рекомендую обязательно познакомиться. Не всем, конечно, этот аромат придется по душе. Я думаю, все-таки парни, наверное, где-то плюс 25 и выше, больше оценит этот аромат, и оценит этот аромат больше те, кто уже разбирается в парфюме хорошо. Для начинающих он может показаться отпугивающим, сложным, таким мощным и может испугнуть вас. То есть, если вы любители чего-то такого простого, легкого, этот аромат может вам не понравиться. Но в зиму, он же на зиму все-таки, в зиму в самый раз, морозы в лютые, прям тема вообще, раскрытие красивое, стойкость хорошая, то есть одни плюсы. Аромат действительно достойный, крутой, поэтому рекомендую его на зиму 2021. Я, кстати, ждал холодов, чтобы им пользоваться. У меня он есть в старой версии, есть на нем обзор, поэтому смотрите. С удовольствием пользуюсь этим ароматом. А следующий аромат, без которого зима не будет зимой, это, конечно же, Guerlain. Идеальный мужчина в экстремальной версии. Представлен в двух объемах, 50 мл и 100, 100 нету. Вообще, в принципе, он один из самых сейчас продаваемых, популярных. Все ароматы, вот куча стоит. Этого же аромата очень мало, он хорошо продается. То есть многие его покупают, по моему совету, многие купили и очень довольны, потому что это один из самых удачных ароматов за последнее время в люксе. В 2020 году он вышел, и по сей день меня он очень радует. В коллекции пока его нету, я довольствуюсь этим. Если у вас нету этого, есть этот, тоже смело можно на зиму использовать. Либо этот тоже, либо это. Но это вообще просто шедевр, друзья. Ромовый, табачный, древесный, коричный, с миндалем, с розовым перцем, с сливой, с корицей, с табаком, с кожей, с пачули, с кедром. То есть огромнейший состав нот. Шикарнейший аромат, красивый шлейф, красивая стойкость. Стойкость, друзья, 5-6 часов. Стойкость просто отличнейшая, на мой взгляд. Поэтому рекомендую на зиму 2021
один из лучших ароматов в люксе. Это, конечно же, Guerlain Le Modèle Extra. Пользуйтесь удовольствием, приобретайте. Но дело опять такое, что аромат тоже сложноватый. Я думаю, что молодежь не совсем его оценит и поймет. Как и мужской аромат Dior Montez. Тоже такой с характером аромат, я бы сказал. Крепенький, шикарнейший. А следующий аромат, это у нас Yves Saint Laurent L'Homme, Le Nuit de L'Homme. Объемы 40 мл, 60 мл и 100 мл. Так вот он выглядит. Болта нету, болт где-то потерял. Здесь есть все объемы, это очень круто, можно взять маленький, если сомневаетесь. Аромат тоже очень крутой, культовый, то есть с 2009 года, по сей день на рынке парфюмерии, отлично очень продается. На зиму будет в самый раз. Этот аромат универсальный, на мой взгляд, он подойдет абсолютно всем. То есть, если вы молодой парень, вот хотите что-то на зиму, то попробуйте. И с аналогом он вам должен понравиться. Древесный, мужественный, сексуальный, специевый, сладковатый, теплый, пряный, табачный, конечно же. А с нотой лаванды, кардамона, витивера, тмина, кедра. Стойкость, конечно, друзья, вот стойкость немножко разочаровывает, подкачала. А стойкость здесь около 4 часов, а то даже 3,5 на моей коже. Тестируйте на вашей, как будет, пишите в комментариях. Как по стойкости. Ну, на зиму просто шедевральный аромат. Я его уже рекомендовал на зиму. И еще раз рекомендую, потому что, ну, прям он топовый. Друзья, следующий аромат, это тоже очень шикарный, на мой взгляд, аромат. Один из лучших в люксе. Также с 2009 года по сей день он очень хорошо продается. Очень нравится публике, как парням, так и девчонкам. То есть, девчонки, если вы не знаете, что купить парню, можете купить CH, подарить ему. Потому что это универсальный аромат, который практически всем нравится. Кому бы я его не порекомендовал, кому бы не показал, всегда его приобретают и покупают. И, конечно же, говорят спасибо за совет. Тоже отлично подойдет ребятам, которые только приходят в мир парфюмерии, молодым ребятам. То есть он понятный, тут нет никаких сложных нот, в отличие от предыдущих ароматов, да. Тут все просто, ясно, но очень красиво. Сладкий, кожаный, древесный, пряный, универсальный. То есть на зиму в самый раз. Раскрывается зимой вообще красиво, шикарно. С бергамотом, с мускатным орехом, с сахаром, с замшей. Стойкость около 4 часов. Стойкость, конечно, слабоватая, но аромат красивый. Лучше чаще обновлять. Вот. Еще один универсальный, топовый, культовый аромат. Это, конечно же, Zevan в концентрации парфюмерная вода в объеме 100 мл и 50 аромат представлен. Именно парфюмерная. Она парфюмерная будет круче на зиму. Туалетная она немножко попроще звучит. Можно и туалетную, конечно, взять. Но вот парфюмерная, она гораздо интереснее раскрывается, гораздо интереснее звучит. Именно вот в холодное время года. Протестировал ее, походил. Прям красота. Вот. Табачный, вискарный, теплый, амбровый, древесный, сладкий, горький аромат. А с кориандром, с имбирем, с базиликом, с кардамоном, с амброй, с табаком. Стойкость, конечно, друзья, тоже слабенькая. 4-часовик. Это единственный его минус. То есть, если бы аромату этому дать чуть-чуть больше шлейфа стойкости, вообще бы цены ему не было. А так, конечно, не дотягивает до десятки, но тем не менее рекомендую однозначно, потому что зимой он прям, ну, действительно шикарен. Друзья, ну и, конечно же, эту зиму лучше встречать с ароматом от Prada. Prada L'Homme. Интенсивная версия. Есть лё, есть обычная, есть интенсивная. Интенсивная на зиму, на холодное время года, на вечер, друзья, в самый раз. 2007 года выпуска аромат. У меня он есть в коллекции, я им с удовольствием сейчас пользуюсь. Можете посмотреть отдельно на него обзор. Также есть и на обычный классический аромат. Обзорчик. Такая вот коробочка. Концентрация, друзья, кстати, туалетная вода. Но Intense подразумевает, что это парфюмерная вода, потому что аромат по стойкости ведет себя около 6 часов, а это значит, что что-то типа парфюмерной воды. Сдержанный, пудровый, кожаный, такая, знаете, очень дорогая кожа здесь прослеживается. Деликатный, приятный, теплый,
бархатный, я бы даже сказал. В общем, красивый аромат. Поначалу он такой насыщенный, интенсивный. Буквально спустя 2-3 часа вы можете услышать звучание классического аромата Prada, который мне тоже безумно нравится. С ирисом, с амброй, с пачулями, с бобами тонка, кожей, сандалом. Стойкость около 6 часов, друзья. Что касается, друзья, объемов, то объема 2, соточка и полтишок. По-моему, еще 150 я видел недавно. Вот кто-то на стриме спрашивал про этот аромат. И как раз я увидел 150 миллилитров есть даже. Друзья, ну и, конечно же, не мог пройти я мимо Шанель платинового эгоиста, потому что именно с этим ароматом я справляю каждую зиму. У меня много ароматов, но я чаще всего наношу платиновый эгоист. Три объема у него существует: полтинничек, соточка и 150. Но сейчас на данный момент 150 нету, что ли? Нету, да. Бывает 150, тут лосьон еще есть, который у меня тоже есть в коллекции. Есть дезик, есть спрей и какой там, и шариковый. То есть на подарок женщины своим мужчинам прям тема. Если не можете купить аромат, хотя бы возьмите ему дезик, будет шикарный подарок. Крутой очень аромат, культовый, топовый, сколько ему уже лет? Очень много. И я им очень давно пользуюсь, наверное, лет 10. Дорогой, роскошный, пшистый, зеленый, древесный, лавандовый, мужественный. Что еще надо? Брутальный, друзья. С нотой лаванды, нерали, розмарина, герани, дубового мха и амбр. Такой прям вот состав красивый, аромат красивый. Многие его не понимают. Многие приходят к этому аромату спустя какое-то время и потом говорят: Алексей, ну как же я вот раньше, где было мое обоняние, да? Куда оно смотрело? Что типа того, что аромат намного интереснее и многограннее звучит, чем раньше. То есть подходит к нему несколько раз, и вот он в какой-то момент начинает раскрываться, звучать. Очень красивая работа, однозначно рекомендация. Прям номер один на зиму. Ну и, конечно же, какая, друзья, зима без Тома Форда вообще. Много, кстати, ароматов в Том Форде можно посоветовать на зиму. Можно и нуар экстрем, и удовую орхидею, ой, что я говорю, удовую орхидею, черную орхидею в духах. То есть прям Том Форд — это прям зима, вон тебе, вон пачули. Прям супер. Здесь на любое время года ароматов найдется. Но все это в сторону, хочу посоветовать Amber Leather, кожу. Сейчас тренд на кожные ароматы, многим этот аромат безумно нравится. Кто вдруг не знаком, рекомендую познакомиться. Сейчас, кстати, вышел новый аромат в концентрации духи. Но, если честно, он просто более мягче, более тоньше, более нежнее звучит. Стойкость слабоватая, на самом деле. Про него, может быть, как-нибудь отдельно запишу обзор. На Amber Leather у меня есть обзор более подробный. Можете посмотреть на моем YouTube-канале. Вышел аромат в 2018 году. Кожаный, дымный, землянистый, тяжелый. Животное, такое необычное звучание кожаное. Здесь именно про кожу, вот, которая, знаете, такая салон автомобиля, сумка, ботинки. То есть не кожа, не тело. Как там многие могут подумать, что аромат кожи тела. Нет, вот именно такая дорогая, качественная кожа. С нотами кардамона, конечно же, кожи, жасмина, амбры, мха и пачулей. Такой вот флакончик. У меня, кстати, был как-то полный флакон, целый. Одну зиму я с ним ходил. Ну и так вот выглядит коробочка. Коробочка очень так слабо следа натянута. Есть люди, которые придираются к этому, могут подумать, что это подделка. Стойкость, кстати, друзья, около 6 часов. Где-то даже на ком-то больше. Шлейф, есть от него шлейф, но буквально первый час где-то. И все. Друзья, ну и какая же зима без красного табака? Я вообще не представляю зиму без этого красавчика. Монстра стойкости. Кстати, купил парень один, говорит, вообще не стойкий. Час-два, не знаю. Пишите в комментариях, когда вы последний раз покупали красный табак и сколько он на вас держится вообще. То есть шедевральный аромат, один из топовых в мире парфюмерии. Рекомендую на зиму однозначно. Конечно, не все поймут. Этот красный табак, он сложный действительно аромат, густой, насыщенный,
Удовый, такой мистический, табачный, тяжелый, с корицем, судом, с ладаном, шафраном, с табаком, с амброй, сандалом, ветивером. Очень-очень много всяких нот. 8, 10 часов, 12 часов стойкости на ком-то даже. Поэтому однозначно рекомендую. Два объема существует, 120 мл и 60 мл. Я, друзья, недавно записывал вам вот в прошлом видео, здесь, наверное, вставлю ссылочку, либо в конце видео будет. Посмотрите, топ-10 ароматов Монсерра. Закончить свое видео хочу ароматом от марки Байореда. Аромат называется 1996. Стоит, конечно, он космос в магазине. Можно его найти в интернет-магазинах гораздо дешевле. То есть 18, смотрите, без скидки. 16 со скидкой 15%. А если бы это было соточка, как африканский бал, да, смотрите, то это бы было 24 косаря, а со скидкой 21. Запоминайте эти цены, они войдут в историю. То есть посмотрим потом, когда будем еще записывать обзоры через год, через два, насколько взлетит ценник магазинный. Вот так вот. Это, наверное, один из лучших ароматов в марке Байред лично для меня. Понятно, что африканский бал топовый, понятно, что есть тут куча других ароматов, но как-нибудь я для вас сниму отдельное видео, типа, как я снимал с Монсеррой, топ-10 ароматов Монсерра. Скорее всего, сниму такое же видео про Байреда, потому что тут есть о чем поговорить. Интересный бренд, интересные ароматы. Но вот 1996 мне нравится больше всего тем, что он здесь самый стойкий вообще из всей марки. Посмотрите, какая даже жидкость. Она прям такая маслянистая, густая. Самый стойкий аромат. А про что вообще он и почему 1996? Именно в 96 году был основан дуэт двух фотографов, Инеза и Виндуха. И эти ребята работали и работают с такими известными домами мод, как Dior, Gucci. И, конечно же, они работали с Беном, основателем марки Byred. И этот аромат был выпущен именно для друзей, для узкого круга в 2012 году. И он очень всем понравился, что в 2013 году решает его выпустить в массы. И вот он на прилавках магазинов. Поэтому знакомьтесь. Здесь прям зима-зима, друзья. Очень зимний, красивый, роскошный, дорогой, сложный, древесный, тяжелый, кожаный, пудровый, землянистый аромат. Друзья, что касательно нот, то это ягоды можжевельника, это ирис, фиалка, амбра, пачули и кожа. Рекомендую с ним познакомиться. Так, как он у нас выглядит, сейчас посмотрим. Оп. Не попасть бы на 16 тысяч, конечно. 19,96. Вот, видите, Инес и Виндух. Ну, и на мне этот аромат держится 6-8 часов, вот где-то так примерно. То есть по-разному, не знаю, что зависит. Иногда слышишь его около 8 часов, иногда около 6. Но это очень хорошо, потому что, в отличие от других ароматов Байреда, это прям много. Ну, тут есть ароматы, которые держатся долго, но это один из них. В основном, большую часть здесь все слабенькое. Такой бренд. Так себя позиционируют. Как легкие ароматы. Друзья, огромное спасибо, что посмотрели это видео от начала и до конца. Не забывайте подписываться на мой YouTube-канал, если по каким-то причинам еще вдруг на него не подписаны. Бить в колокол, конечно же, сходу ставьте лайк этому видео за мои труды. И, конечно же, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на все остальные мои соцсети. Это в Инстаграме, это ВКонтакте, это Яндекс.Дзен. Все ссылочки, друзья, я оставлю у себя под видео. Не забывайте, пожалуйста, прокомментировать, согласны ли вы с моей точкой зрения, согласны ли вы с моими ароматами топ-10 на зиму мужскими или же нет. Напишите ваш топ-10 ароматов на зиму или хотя бы топ-5 ароматов на зиму. В основном мы рассмотрели с вами люксовые ароматы. Посмотрим, может быть, я сниму и на нишу, как будет настроение. Потому что, в принципе, сейчас скопилось прилично нишевых ароматов. Можно и они все, в принципе, на зиму, можно снять топчик на зиму. Ну и, конечно, пишите в комментариях, нужен ли такой же обзор на топ-10 женских ароматов на зиму. Если нужно, сниму. И смотрите мои предыдущие обзоры топ-10 на зиму. Всем пока, до новых встреч на моем YouTube-канале. Помните, что ароматы – это путешествие времени.